И дом молитвой освященный стоит открытый всем ветрам. И учит бабушка внучонка словам отчизна, мама, храм. Здравствуйте! Сегодня 9 августа 2011 года. Мы находимся в семейном православном центре села Каменный Брод. Сейчас у нас проходят занятия из-за студии «Радуга». На этом занятии мы должны познакомиться с детками, как можно нарисовать веселую, добрую рожицу, личико. Вот. Для этого мы решили, что самые пока веселые у нас это колобок. А так детки еще придумали свои персонажи. Губка Боб, замечательная красавица будет у нас, девочки. Тоже колобки, но девочки. Вот. Но нам самое главное, чтобы мы научились рисовать добрые и веселые лица. Для этого мы нарисовали колобка. Конечно, у нас колобок обязательно должен катиться по земле. Дети уже познакомились с тем, что у нас есть обязательно в рисунке. Линия горизонта. Линия горизонта – это где соприкасается небо и земля. Он не снимает. Ну, дальше, дальше делать. Теперь можно делать заметку. Он просто показывает. Так, на этом занятии, конечно, мы сначала обучаемся. Обучаемся мы чему? Обучаемся держать правильную кисточку. Владеть цветом, гуашью или акварелью. Кто там мячом играет? Развиваем моторику рук. Ну а воспитываем, конечно, добрые отношения к людям, к ближним. Мы улыбаемся, так как у нас рисунки улыбаются. Мы поднимаем настроение себе и другим. Поднимаем. Зато желтый. Мне нравится на этих занятиях рисовать. Рисовать красивые рисунки. Мне дали задание нарисовать колобка. Я нарисовал. Я тоже что-то смогу. Мы начинаем рисовать со светло-голубого цвета, то есть голубой и белый цвет. Мы разбавляем их водой. В нем получается воздушное, как настоящее. Потом начинаем землю уже рисовать. Земля более темная, такого вот цвета. Самое важное в обычном рисунке – это самые светлые и жизнерадостные цвета радуги. Я сделала две рамки для фотографий, да? Вот у меня дома мальчик Саша и девочка, да? Вот, пожалуйста, взяла картон, обернула его лентой, да? Здесь даже чуть-чуть вот украсила. У девочки вот заколки, да? На заколках такие бантики есть? На платьишках есть такие бантики, да? Они бывают, что они отваливаются, и мы с ними что делаем? Выбрасываем, да? Бусины то же самое. Или вот у мальчиков маленькие машинки, например, которые можно сюда прикрепить. У нас тут нет целой маленькой машинки, поэтому я их не прикрепила. Можно делать прищепки, да? Для чего прищепки? А картину можно повесить на такие прищепки? Да. Вот так вот за две прищепки, да, и повесить. Пожалуйста, зацепите, и они будут зацеплены уже. Вот, пожалуйста, ангелочек. Пожалуйста, корова, да? И лягушка. Есть еще лягушка. Ну, их абсолютно хоть кого можно сделать. Хоть бабочку, хоть божью коровку, хоть лягушку, хоть на что фантазии хватит, то и можно сделать. Вот я предлагаю завтрашнее занятие нам посвятить, да? Цветы мы с вами сделаем до занятия. Так? А завтрашнее занятие посвятить ангелочку.
Я нарисовала колобка с бантиком. Здесь травка, здесь небо. Я нарисовала колобка, девочку. Ее зовут Катюша. Это травка, земля, и он с бантиком у меня. У меня это трава, щечки красные, ротик, щечки, глазки, реснички, бантик, небо, небо. Я нарисовал коробка с гитарой. И гитарой. Я нарисовал колобка Спанч Боба Смешарика. Я нарисовал колобка Копатыча. Я нарисовал колобка. Я нарисовала колобка. Он веселый и добрый и очень красивый. Я нарисовала колобка. Он веселый, жизнерадостный, улыбается.